Здравствуйте, с вами Олегыч, вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Титан Квест. Так, что у нас там по заданию? Найти ответы, пройдя через... Ага, эти говняные пещеры. Из дополнительных заданий у нас... Ага, мастер-кузнец и скорбящая вдова. Кстати, скорбящую вдову мы уже, по идее, должны были бы пройти. Так, это где? Давайте еще раз посмотрим. Это Дельфы. Давайте сгоняем в Дельфы, чтобы уже закончить этот квест. Я вот смутно помню, где она находится, но где-то она там должна находиться. Она нам дала это задание, что там убили вроде бы ее мужа. Этот зверь убил, и надо за него отомстить. Так, давайте ее поищем. Я думаю, что она где-то здесь, если мы спустимся вниз. Вот, есть спуск. Карта что нам говорит? Так, фонтан. Это где-то там. Угу, я уже понял. Так, это нам не нужно. Где-то здесь она была, да? Богатая горожанка. Ага, вот она. Скорбящая вдова. Он наконец обрел покой в царстве теней. Отлично. Он наконец обрел покой в царстве теней. Так, мастер-кузнец. Не знаю, где он там по дороге в Дельфы живет. Мы уже в Дельфах. Может, он где-то, ну, блин, за Дельфой, не знаю. Сейчас посмотрим. Где он может быть, этот мастер-кузнец? Пока что я его не нашел. Так. Опа, мы уже Дельфы прошли. Мастер-кузнец. Давайте внимательно сейчас посмотрим все. Это мы зашли в Дельфы, по дороге в Дельфы. Где же он может быть? Это силуэта. Тут две дороги были. Тут мы были. Что мне уже подсказывает сердце, что мы уже не в Дельфах. Ты же помнишь, что я всю местность обследовал полностью. Не может быть, чтобы я его пропустил. Честно говоря, даже не знаю. Ой. Может, вот это мастер-кузнец? Пеляний. А там как его звать? Термер какой-то. Не могу понять, где он находится, честно говоря. Ну, давайте сейчас тут чуть полазим, посмотрим. Может, где-нибудь его и найдем. Потому что мы еще, в принципе, находимся на территории Дельфы. По идее, он где-то здесь еще может быть. О! Золотишко. Ух ты, огненные даже. Пошли в жопу. Вот этого кабана здорово надо вырубить. Так.
с этими ребятами мы разобрались. Сундучок. Так, тут вроде больше ничего нету. Давайте с этой стороны чуть-чуть посмотрим. Ага, здесь уже подъем. Хотелось бы выполнить это задание, потому что я, в принципе, все задания выполняю. Ух ты, оживил его даже, да? Чувачок. Что мы там какое-то говно взяли, я точно помню. Так, это пускай будет. Так, давайте вниз пойдем. Так, тут еще один сундук. Так, тут уже все, да? Угу. Ребята здесь. Так. Пока что вещи галимые нам попадаются. Там опять главарь. Ну как главарь? Для меня это уже, конечно, не главарь. Такой подглаварь. Так, давайте снадобье возьмем. Так, здесь какой-то есть проход. Ага. В принципе, можем здесь загасить этих ребят. Ух ты, уровень подняли. Хорошо. Так, что нам нужно? Ловкость, сила. Этот раз ловкость еще кину. Так, а тут... А тут мы давайте вес на максимум спустим, да, отлично. То, что мне в принципе и надо было. Ага, тут какой-то мост. Ой, блядь, а что это за свинья такая? Вепер-человек. Покрепче уже будет. Так, давайте посмотрим его. Ого, говно. Тоже говно. Так, тут ничего не было интересного. Давайте через мост пойдем. Там, кстати, впереди, по-моему, еще что-то есть. Ага, вижу. Сохранение. Нижний лагерь. Так, а где это мы тут, нижний лагерь? Что с кузнецом у меня пока никак не складывается. Что такое мелодия какая-то страшная? Может, мы сейчас здесь ответы найдем? Что, мелодия меня как-то не ободряет. Лучнички, куда? Так, кольцо. Такие дерьмо.
дерьмовые вещи падают, честно говоря, я вообще не знаю. Так, тут какая-то крепость довольно серьезная. Ого, вот это чё. Так, тут мы разобрались. Так, да, здесь какой-то движняк. Я думал, что лагерь будет наших, а тут, оказывается, это ихний лагерь этих сатиров. О. Так, пока что довольно легко мы тут всех раскидываем. Так, огненные ребята. 14 уровень. Что реально до хрена их здесь? Ага, там еще какой-то маленький проход, может, мне кажется. Давайте сейчас проверим. Не, мне таки кажется. Ну, давайте пока вниз идем. Сейчас разберемся, если что. Видим, где будет проход на другую территорию, тогда уже разберемся. Ага. Ёб твою мать. Какие-то лучники. Тут уже какое-то кладбище. Сука, траванули меня. Так, а тут что, какая-то, блин, башня была, что ли? Так она уже сейчас разрушенная. Так, этих мы раскидали как котят. Сколько здесь этих скелетов? Я офигею, такая куча. Так, открыли сундучок.
Есть денежка и микстуры, больше ничего. Какая-то бедная территория такая, блин. Давайте глянем, хоть что набрали. Так, сопротивляемость огню, защита, медленная палка. Короче, опять говно какое-то. Так, давайте идемте вниз дальше. Хоть глянем, что тут. Ага, здесь уже не пройти. Тут тоже ничего интересного. Ага, тут где-то уже будет другая территория. Давайте сначала здесь все обшарим. Так. Ой, там пещера еще какая-то есть. Ой, тут главарь еще, бляха-муха. Смотри, что творит эта сука. Так, сейчас я чуть-чуть оживлюсь. 16-й уровень, ребятушки. Это серьезно было. Так, все, завалили мы этого чувака. Так, а что же мы взяли тут? Ага, вижу. Так, там что-то еще наверху должно быть. Давайте обследуем. Ух ты, блин. Кто выпустил этих свиней, интересно? Бедный сундук, только денежки выпали все. Так, ну давайте зайдем в пещеру, посмотрим, что тут. О, хорошо, клык летучей мыши. Так, можем, в принципе, так пройтись. Ага, здесь есть сундучки и тупик. Хорошо. Ого, сколько всего. Так, это берем. Так, давайте глянем, что тут. Щит. Щит не очень. Что-то для колдуна куча всякой херни выпадает. Мы же не колдун, блин. Не знаю, почему так. Ого. Что такая-то маленькая пещерка. Да, поножи не очень.
Так, можем, в принципе, сюда пройти. Дайте гляну хоть по территории. Ага, вижу. Что до хрена колдунов? Ух ты, опять свиней напустил, ну-ну. Так, тут мы со всеми разобрались. Тут две дороги, кстати, есть какие-то, я не знаю, куда они ведут. Ого, как эти метелят. Так, ну мы потихоньку приближаемся к 15 уровню. А когда у нас будет уже 15 уровень, мы сможем создавать по формуле артефакт. Это будет реально круто. Какое-то выжженное место здесь. И никого нету, странно. Так, а это что здесь? Какие-то огоньки сейчас зажжутся, да? Ой, там какой-то главарь. Кто это такой вообще? Экскумеро. Какие-то... Ух ты, блядь, и главарь скелетов. Иди нахрен, малыш. Так, надо его помощников сначала ушатать. А теперь мы за него беремся. Какой-то он слабенький, как по мне. Так, ух ты, блядь, сколько мы всего насобирали. Надо будет сейчас уже телепортироваться. Ага, это верхний лагерь. Это что за хрен выполз? Ты не чудовище! Слава Олимпу! Здесь была целая армия этих тварей. Кентавры, сатиры, гарпии. Все они куда-то отправились. Осталось лишь несколько чудищ. Они скрываются в пещере в центре лагеря. Заклинаю тебя, не ходи туда. Они превратят тебя в камень. Я сам это видел. Что, с медузой Горгоной надо драться будет? Ага, логово монстров. Я говорю правду. Не приближайся к пещере. Женщины-змеи, Горгоны превратят тебя в камень. Недавно туда вошла красивая женщина, и ее превратили в камень. Я видел это своими глазами. Угу, я понял. Так, вот фонтан жизни, хорошо. Так, давайте телепортнемся. Так, сейчас быстренько попродаем эти вещи, которые нам не нужны. Мечи, щиты, зелья, поножи, луки, всевозможные шлемы. О, я могу вам помочь? Вот такой смешной голос у чувака. Так, это мы продаем, это тоже все. Жизни у нас дохренища. Счастливо! Тебе приходилось читать Симонида? Замечательный поэт. Так. Вот этих что-то у нас много. Сущность Артемиды.
есть. 15 уровень, а толку с него? С этого 15 уровня, если у нас не будет там запчастей, тех, которых надо на создание формулы. Так, возвращаемся. Давайте искать логово чудовищ. Так, я даже не знаю, как лучше идти. Тут в центре много врагов. Колечко подобрали. Давайте глянем. Энергия. Говно. Так, тут можно усилиться. Ледяная аура. Так, два крита вылетело сразу. Так, а что тут у нас? Ух ты, алтарь битвы. Сейчас, походу, мы будем рвать всех на какашку. А ну? Дерьмо, как всегда, на шару взял. Сундучок. Так, еще одно кольцо. Так, тут мы всех размаслали. Я не знаю, честно говоря, куда идти. Давайте сначала тот угол посмотрим. Что там? Может, там тупик уже. Ух ты, сундучок. Ух ты, это опасный враг, да их даже двое. Кровь демона, у нас уже второе. Второй артефакт есть.
собирали. Опять какой-то куча фигни ненужной. Так, давайте дальше. Так, тут больше ничего нету. Так, нам остается идти только в одну сторону. Больше вариантов нет. Верхний лагерь. Ух ты, собаки, блин. С одного удара все тут дохнут. Так, какой-то баклер мы взяли, щит. Так, ух ты, что-то тут серьезно за меня взялись. Ого, куда улетела эта птахоферма? Так, тут ничего. Так, что я тут набрал такого? О, потише. Расколбывался тут. Так, у нас уже почти инвентарь полон. Надо будет сейчас опять телепортироваться. Так, хорошо, давайте до конца уже эту локацию дойдем. Ух ты, блядь, это кто такой? Египетская сила. Крепкий малыш. Костяной властелин. О-о-о. Сейчас мы его ушатаем. Есть. Так, а что у него было? Вот это круто, конечно. 44 защиты. Можно, в принципе, ставить. Пускай будет. Так, еще сундучок мы тут чуть не забыли. Так, с поножами все понятно. А что там хочет поножи? А, интеллект. Да ну их нахер, эти поножи.
такие высокие уже противники появляются. Так, можно там выйти, можно здесь. Посмотри, сколько этих крыс. Честно говоря, я даже пока пещеру не вижу. Где эта пещера, непонятно. Давайте посмотрим, что у нас тут мы насобирали. Это выкинуть. Так, ну еще есть место. Чуть-чуть. Так, есть только одна дорога пока что здесь. Вообще нету никакой. Это мне показалось. Надо сейчас обходить будет чуть-чуть здесь. Так, с этой стороны спуск был. Вот он. Так, у нас уже скоро уровень поднимется с этими боями. Так, можно обследовать тут внизу. Этих крыс, это капец какой-то. О, еще колдун. Так, надо чуть-чуть выпить маны. Жерелье какое-то взяли. О, а это что такое? Ух ты, бля, какая толпа. Блять, колдуют, суки. О, золотое руно выпало. О, колдуну. Блядь, сука, не смотрел за здоровьем. Чуть меня не ушатали, блядь. Инвентарь полон. Так, полон инвентарь. Давайте в Дельфы стартанем.
Мечи! Щи! О, опять ты! Так, тут все можно продавать. Пока. Облегчи свою ношу, путник. Прощай. Так, давайте дойдем хотя бы до сохранения. Ух ты, бля. Перед тем, как идем на Медуз, Горгон, я сохранюсь и уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.